Всем привет! В этом видео я покажу вам, как можно проверить скачанный файл на вирусное заражение или заражение вредоносным программным обеспечением, которое нам принудительно навязывают. Это могут быть как компьютерные игры, так и программы, которые не пользуются спросом, и большинство пользователей считает их вирусами. Проверять будем вот этот вот файл Acronis True Image 2019. Откроем его, прочитаем. Это репак от кролика. Я не скажу, что ставлю под сомнение этот файл. У меня очень много программ стоит на компьютере от кролика. Он считается надежным репакером. Просто этот файл оказался у меня под рукой, и на нем мы проведем проверку на вирусы и вредоносное программное обеспечение. Закроем, скопируем этот файл, запускаем виртуальную машину и вставляем его на рабочий стол виртуальной машины. Как видим, установился файл репак от кролика. Запустим через инсталлятор. Два клика левой кнопкой мыши. И ждем окончания установки. Программа довольно объемная, почти что 0,5 гигабайта. И поэтому установка, наверное, такая длительная. На рабочем столе появился значок программы Acronis True Image. Ждем окончания установки. Похоже, что установка программы Acronis закончилась. Сейчас мы запустим программу. Но, как видите, на рабочем столе никаких лишних ярлыков, кроме нашей программы, не нарисовалось. То есть программа чистая. А теперь осталось нам ее только запустить. Сделаем перезагрузку, как того просит программа. Запускаем программу. Здесь идет ознакомление с новыми возможностями в этой программе. Начало работы. Нужно выбрать хранилище, ну и все такое. Настройки. Ну вот функции, которые может выполнять программа. Очистка системы, очень важное, создание загрузочных носителей, клонирование. Давайте еще посмотрим далее. Что немаловажно, что продукт успешно активированный. Обновление продукта не требуется. Но, наверное, при обновлении активация слетит. Как видим, программа Acronis True Image 2019 года успешно прошла проверку на виртуальной машине.
Никаких вирусных заражений не обнаружено. Программа рабочая, активированная. Поэтому можно со стопроцентной гарантией ставить эту программу на вашу основную операционную систему, которая стоит у вас на компьютере. На этом свое видео заканчиваю. До свидания, до новых видео.